Привет, подожди. Всем привет, я Серый, и добро пожаловать на мой канал. Пау! В этом видео я покажу тренировку на пресс, которую выполняю сам, и которая занимает всего 10 минут. За эти 10 минут вы убьете ваш пресс так, что ну его нахрен, а также ну и все. На самом деле я уже делал видео на тему тренировки пресса. Вот оно. В этом видео я показал тренировку пресса, которая занимает всего 5 минут. Она подходит как новичкам, так и не новичкам. И вообще она офигенная. Если не видел, посмотри. Обязательно. Сегодняшняя тренировка, которую я тебе сейчас покажу, это апгрейд, улучшение. Будет намного жестче, будет намного тяжелее, но намного эффективнее, а также веселее. Лично меня этот вариант тренировки максимально задолбал, и если честно, она стала очень легкой. Поэтому кыш отсюда! Мы будем использовать новые упражнения, новый подход и все. Если у тебя мало времени, а время есть у всех, поэтому не пизди. Если у тебя мало времени, то эта тренировка максимально круто тебе подойдет, потому что для нее не надо абсолютно никакого оборудования, а также она длится всего 10 минут. Круто! Короче, давайте ее проведем прямо сейчас, у меня все записано. Между упражнениями я мямлил, как наркоман, поэтому объясню так. Первое упражнение называется альпинист. Ой, блядь, лавай, пошел нахер отсюда! Для тех, кто не знает, как оно выполняется, короче. Занимаем такое положение, и наша цель — коленом коснуться противоположной руки. Выполняем 50 секунд, 10 секунд отдыхаем. Поехали. Не останавливаясь. Если вам очень тяжело, замедляйтесь, но не останавливайтесь. Поехали. Цель — делать это максимально непрерывно. Если вы очень устали, то замедляйтесь, но главное — не останавливайтесь. Остановка равно поражение. Поэтому, let's go! Второе упражнение называется планка с поворотом. На самом деле лютое упражнение, очень мне нравится. Занимаем положение боковой планки. Поднимаем вторую руку вверх, после чего заводим ее максимально под себя. Чем дальше заведем, тем лучше. Далее обратно вверх, далее опять под себя, далее обратно вверх. И так 50 секунд. 25 секунд на одну руку, 25 секунд на другую руку. Меняем руку, выполняем то же самое. 25 секунд, поехали. Стараемся верхнюю руку засунуть максимально далеко под себя. По факту эта тренировка тренирует не только ваш пресс, а вообще весь кор, поэтому жуть. Следующее упражнение называется «Рука к небу». Ложимся на пол, поднимаем ноги, одну руку ставим на плечо, а вторую руку поднимаем вверх. И обычным образом сгибаемся, пытаясь рукой максимально тянуться вверх. В конце движения вас будет немного скручивать. Если это происходит, значит, вы все делаете правильно. Я слышу, как булькает мой чай.
Это упражнение называется «Нога к локтю». Это упражнение очень похоже на альпиниста, но выполняется совсем по-другому. Во-первых, мы встаем в планку. Во-вторых, работаем только одной ногой 25 секунд и другой ногой 25 секунд. Главная фишка заключается в том, что когда мы заводим ногу обратно, мы не кладем ее на пол, а оставляем в воздухе. Это максимально сильно нагружает пресс и, короче, ну его нахрен. Нам еще вот столько. Следующее упражнение называется «Выбросы ног». Выполняется оно проще простого. Садимся на пол, упираемся на руки, хотя стараемся не упираться на руки, и ноги находятся в воздухе. И просто сгибаемся вот так вот. Вот так вот. Все, 50 секунд, поехали. Выполняем 50 секунд. Следующее упражнение называется подъем бедер с поворотом. Фишка в чем? Ложимся, ноги все время в воздухе. Приближаем к себе бедра, поднимаем бедра и в конце проворачиваемся. Так делаем 50 секунд. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Продолжаем. Следующее упражнение называется «Планка в стороны». Занимаем положение планки и в разные стороны крутим свое тело. Вот так вот, а потом в другую сторону. Работаем так 50 секунд. Стараемся не касаться земли и все. Работаем 50 секунд. Следующее упражнение самое офигенное, по факту всеми нелюбимое, но невероятно эффективное.
это велосипед. Работаем 50 секунд, наша цель не останавливаться, если очень устали, то замедляйтесь, главное не останавливайтесь. Останавливаться. Пресс всегда должен быть напряжен. Поехали, 50 секунд. Еще два. Девятое упражнение называется «Звезда», но выполняться оно будет интересным образом. Рукой мы касаемся противоположной ноги. Причем делаем это не так, чтобы нога пыталась двигаться к руке, а именно рука пыталась двигаться к ноге, чтобы задействовался пресс. Работаем сначала на одну пару, потом на вторую пару. При этом важно оставлять руку и ногу в воздухе. 25 секунд одна пара, 25 секунд вторая. Ноги и руки оставляем в воздухе в конце. Последнее упражнение, самое дебильное, которое я просто ненавижу, это планка. Последняя минута планки и все, конец. Короче, планка, минута и все, и конец. Три, два, поехали. На этом все. Все, пацаны, я спать. Вот сюда не надо. Чей-то пылесос не дает покоя целыми днями. Дрелят и дрелят. Пылесосят и пылесосят. На каблуках ходят по квартирчике. Бабнутые. Ладно. На этом все. Если у тебя есть силы выполнить второй раунд такой же самой тренировки, то есть сделать его не 10-минутной, а 20-минутной, то дерзай. Я тебя уверяю, ты пожалеешь, что ты так решил. На этом все. Если тебе понравился ролик, а также эта тренировка, то поставь лайк, подпишись на канал, кликни эту звенящую хрень и комментарий напиши, пожалуйста. Я люблю читать комментарии, честно. Мы договорились, да? Спасибо. Всем удачи. Всем пока.